Добрый день, ребята! Сегодня будем готовить слоеные ватрушки. Ленивые даже, потому что слоеное тесто и ватрушки. Нам понадобится слоеное тесто, творог, одно яйцо, 2 ложки сахара, белки отдельно взбитые в пенку и яйцо для смазки. Вот так вот их надо резать. Сейчас я покажу, как. Вот такими треугольничками слаживать сюда. Потом намазываем тут яичками, в центр ложку творога. Вот разрезаем квадратики, чтобы сложить, чтобы получилась вот такая форма. Вот. Так, одну сторону сюда, одну сторону сюда. Получается вот такая, вот эту штучку надо намочить водичкой, чтобы оно прилипло. Потом все это обрабатывается яичком. Видите, мы ставим в духовочку. Творожок, сейчас все то поднимется бока и будут такие ватрушечки. Ставим в духовку. И вот какие ватрушечки у нас получились. Очень вкусные, хрустящие, поджаристые со всех сторон. Очень хрустят. Смотрите, такие вкусные, хрустящие. Пробуйте. У вас получится. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось или не понравилось. Всем приятного аппетита. Пока-пока.